Уважаемый Владимир Владимирович, здравствуйте. Эпидобстановка на территории региона контролируемая. У нас на 14 мая выявлено 10028 зараженных. Сколько? У нас на 14 мая выявлено 10028 зараженных. 8 до 1, 9. 9 до 1, 10. 10 и еще 1, 20. Сколько, по вашему мнению, будет стоить все строительство? Ну, мы пока исходим из того, что одно место в таких учреждениях стоит примерно 1 миллион рублей, поэтому 250 мест, примерная стоимость 2,5 миллиарда рублей.